Здесь у нас мы видим карамельку. Вот она, карамелька. Это у нас побольше. Это у нас компот. И коржик, да. Это у нас девочки так их назвали. Мама у нас Клёпа, урожденная Клеопатра. Папа урожденный Евгений Петрович, поэтому мы его зовем просто Петрович. Мама у нас, характер у мамы такой более сварливый. Она у нас принцесса, настоящая Клеопатра. Папа, он более покладистый, но папа у нас хулиган. Три побега, попытки побега у него есть. Недавно совершил выходные дни свою третью попытку. Девочка Карамелька, она очень все время нервничает и просится к маме. Вот она наша карамелька. Поэтому ее сразу видно, она мамошница. Вот это у нас компот. Нет, компот, вот он. Он более светлый и любознательный. Он у нас путешественник. Коржик, он потому что самый большой, самый крупный, самый ленивый. Поэтому он коржик. А компот, он, видите, вот он компот. Вот пошел компот. Енот-полоскун, потому что в природе и у нас это тоже отслеживается. Мы им специально выставляем тазик с водой, и лучше дать им тряпочку. Им надо что-то полоскать. В жизни они тоже, даже дома кто держит, очень много проблем от этого, потому что перестирает все, что можно и нельзя. Маленькие они, да, пушистые, они не рождаются голенькими. Только что они были очень маленькие, шкурка у них такая тоненькая была. Сейчас-то это уже совершенно хорошие щенята, довольно-таки уже. Ой, сладкий такой. У них есть домик, она там своим теплом их согревает. Там стоят у нас батареи, в принципе, им там все тепло и комфортно. Главное, чтобы была тишина. Они даже у нас занавешены отдельно, чтобы не беспокоили их посетителей. Вообще, считается, еноты – это ночные жители. Поэтому днем, когда мы приходим, они у нас благополучно отдыхают, а ночью – это загадка. Вот этот у нас мальчик родился в понедельник первый. Мы это все наблюдали с белыми ножками. Потом родилась вот эта вот девчонка. Вот она. А потом крайний был этот мальчик. А как их зовут? Пока нет имени. Вообще мы имена даем через группу ВКонтакте путем голосования. Папа Мартин, мама Айна. Камерунская карликовая козочка. Порода эта была выведена человеком искусственно и заселялась обычно на необитаемый остров, чтобы корабли, в случае кораблекрушения, имели возможность питаться. Уже довольно-таки шустрые, прыгают, скачут по маме. У мамы ангельское терпение. Она для них, буквально в понедельник они ее пихали изнутри, сейчас они сверху на ней скачут. Ну, дети, сразу на ножки. Еще последнего она не родила, первые уже скакали.